Что ты делаешь в убежище? Здесь ничего для тебя нет. Что тебе надо? Правда, он сейчас в церкви служит, и его нельзя беспокоить. Правда, он сейчас в церкви служит, и его нельзя беспокоить. Преподобный отец, да? Нечто новенькое. Интересно, что все это значит. У нас в убежище всегда так было. Мы не задаем вопросы по поводу традиций. Мы живем не так, как в городах на низине. Сказки это и ничего больше. Не знаю, кто такой брат Джанитиви и что он говорит. Только вот себя можно убедить в чем угодно, это я точно знаю. Нет. У нас в убежище всегда так было. Мы не задаем вопросы по поводу традиций. Если хотите, можете купить что-нибудь в лавке. А после этого, надеюсь, вы все нас покинете. Похолодало, что ли? Или мне кажется? Кто ты такой? Тебя сюда не звали. Я первый спросил. Низинникам здесь не место. Быть может, здесь готовили пищу? Я просто пытаюсь бодриться. Другая версия уж очень мрачная. Выходит, в этой деревне лучше быть начеку. Ah!
пошел. Ты часто разговаривал? Иду. С Кайлоном. Ты спрашиваешь, были ли у меня какие-то отношения с моим братом? Да. Хотелось бы мне знать, что он о тебе думал. Не думаю, что его вообще волновало мое существование. Я для него ничего не значил. Как бы то ни было, отвечу на твой первый вопрос. Нет, мы ни разу не разговаривали. Ну, может быть, один раз. Мэрика и Кайлон прибыли с визитом в Рэдклифф, Кэрл. Нас представили друг другу. Кажется, я сказал, приветствую ваше высочество. Ну вот примерно сзади. Так разговаривали. Если ты так настаиваешь. Так пожелаешь!
слышишь? В церкви люди. Похоже, все местные жители там собрались. На нас снизошла благодать. Возлюбленная Святая Мать избрала нас своими защитниками. Этот священный долг возложен на нас. Возрадуйтесь, братья, и приготовьте сердца к тому, чтобы принять ее. Так возвысим же голоса наши и не станем впадать в отчаяние, ибо она вознесет верных слуг своих, когда... Что ж, добро пожаловать. Мне сказали, по нашей деревне бродит гость. Надеюсь, тебе нравится в убежище. Братья мои, вот что бывает, когда вы впускаете в деревню чужаков. Они вечно суют нос в наши дела. Если впустить его, он расскажет о нас другим. Пойдут толки, и что тогда? Чужак, ты не знаешь наших обычаев. По невежеству ты накличешь на убежище беду. Мы не обязаны ничего тебе объяснять. У нас есть священный долг. Если мы не защитим ее, это будет величайший грех. Все, кроме него, может проститься. Кто ты? Тебя прислали покончить с этим? Ты представить себе не можешь, как я рад видеть хоть кого-то не из этой деревни. Я... С ногой плохо. И ступню я не чувствую. Я могу зафиксировать ногу и ослабить боль, но без хорошего отдыха он не исцелится. Нет у меня времени отдыхать. Я почти у цели. Урна совсем рядом, на горе. Мои исследования привели меня в убежище. И я слышал разговоры жителей. Я знаю, что урна здесь. Убежище находится у подножия горы, в которой скрыта урна. В старину для нее специально выстроили храм. Дверь всегда заперта, но я знаю, что ее открывает. Эйрик носит медальон, открывающий дверь храма. Я видел, как он пользовался им. Да, это и есть твой ключ. Если ты втащишь меня на гору, я покажу, как им пользоваться. Я еще не настолько плох, и ты позволишь мне опереться на тебя? Ради урны можно стерпеть любую боль. Да-да, идем. Помоги мне выбраться отсюда. Я постараюсь идти побыстрее.
отдай мне медальон и посмотрим, сохранилась ли у меня память. Вот, видишь, с ним можно так. Вот так. А вот ключ, который открывает вход. Таких ключей в мире сохранилось очень мало, но я видел некоторые. Когда найдешь правильную комбинацию, то сам почувствуешь. Это трудно объяснить. Теперь посмотрим, откроется ли дверь. Там должно быть место, куда он вставляется. Я бы все отдал, чтобы увидеть этот зал в его прежнем великолепии. И все же, стоит только стряхнуть снег и лед, сразу можно увидеть следы былой красоты. Прошу прощения, что? Я немного увлекся, извини. Эта резьба была сделана сразу после смерти Андрасте и может сообщить о ее жизни такое, что нам еще неизвестно. Думаю, мне потребуется время, чтобы изучить эти статуи и резьбу. Мне с моими ранами все равно не поспеть за тобой. Иди, ничего со мной не случится. Не думаю, чтобы здесь был кто-то из деревенских. Со мной все будет в порядке. Возможно, мне было суждено лишь привести тебя к урне. Его построили, чтобы урну не похитили, не сделали ей худого. Кто? Девентерские императоры. Точно не знаю. На этот счет легенды высказываются весьма неопределенно. Лишь благочестивому будет дано узреть священный прах. Неверного ждут несчастье и смерть. Создатель неотрывно следит за местом последнего упокоения Андрасте. Он скорбит по ней, и гнев его на ее погубителей не остыл. Так говорит легенда. А Создатель и впрямь может наблюдать за этим местом. Однако между строк здесь сказана чистая правда. Она лишь задрапирована гиперболами и метафорами. Если сказать, один тип много лет мастерил механизмы, которые воткнут стрелы в задницы непрошенным гостям, никто и слушать не станет. Думаю, мое решение остаться здесь самое верное. Тебе не кажется? Если я тебе понадоблюсь, найдешь меня здесь. Мне бы что-нибудь, на чем можно писать. Дыхание Создателя. Вы только взгляните. Хорошо.
этого слишком стара. Так, сюда не смотреть. Иду. Мы должны победить.
пошел. Иду. Иду. Да.
Я пошел. Подразмяться. Покончим с этим быстро. Я пошел. Не заметить. Так, сюда не смотреть. Я пошел.
пути. Ты нас к этому принуждаешь? Ее и выдавшей империи. Да.
Довольно!
Так, сюда не смотреть. Западня. Нельзя было не заметить. Мы должны победить!